хлопок. Всем привет! С вами Мэмон Дэнс. Мы сегодня полным составом команды собрались, чтобы записать нашу первую видеореакцию на... Я не могу вам сказать на что, потому что... Потому что кроме BTS я ничего не знаю. На Stray Kids супер... Что? Суперборд. Суперборд. Там будет Джисун и Минхо. Ну, мой Биас и Хёнджин. Единственный, кого... Вот, знаете, есть, кстати, там один чувак, он очень похож на Арину. Арина очень похожа Минхо. На него. Их два. Я не знаю, кто из них, я вам скажу. Минхо. Я скажу, он, они прям очень похожи. Это Чанбин. А, Чанбин и Банчан — это разные вещи, да? Да. Вообще, ты кого Банчан — это лидер. Это люди. Вообще, разве люди, а не вещи? Да. Как тяжело быть стоять в этом мире. Короче, поехали. Я работаю на хейтеров. Хейтеры, я с вами. Погнали. А, так. Вот так. А где звук? Звук есть? Нет? Ну вот, попало. О, это Хёнджин побежал. Да. Ой! Стой! Ты, я все пропустила! Вот это мой чувак! Я за него танцевал, да? Это вот, на него Арина похожа! Арина! Как песня называется, я забыла. Посмотрите, вот этот... Это Минхо. А вот это Минхо, это Джисун. Вот на него похожа Арина, я правильно сказала? Да. Или нет? Там еще один. Там нет. Чинин. Нет, на Минхо она больше похожа. Да, на Минхо. Мне нравится Джисун. Мне все. Я нравится. За него танцевала, поэтому как бы у нас с ним связь. Минхоны. Он этот. Не, ну кадр огонь. Стоп-кадр классный. Да. Мне очень нравится. Да, я классно сделала. Это мой первый стоп-кадр. Продолжаем. Это сказал Банчан. Это Банчан говорил. Вы знаете, что вот это мяу говорил Банчан. Нет, но это было сладко. Надо выпить. Да. Он сказал то, что он когда в Трираче записывал вот этот звук, он спросил, какой самый кринжовый из них, и выбрал этот и вставил. Я такая, спасибо. С нами эксперт. Конечно. Постройки там. О, как хорошо. А вот этого чувака вообще кто-то любит? Я люблю! Вы чё, Сын Мин это... У тебя такие стоп-кадры? Очень классные получаются. Мы договорились не говорить плохие слова сегодня. Да. Офигенный стоп-кадр. Это Феликс? Вот это Хёнджин, вот это Банчан, вот это Минхон. Блин, я, короче, целый месяц считала, что Феликс и Хёнджин это один человек. Я, ну, думала, что у меня так, ну, что это вообще одно и то же. Ладно. Вы слышали его вокал? Чанбин полетел. Я думаю, что это за штуки. О, без веснушек, наконец-то он. В смысле, наконец-то? Что ты имеешь против веснушек? Ира и... Они такие... Кто спец по стоп-кадрам? Я тоже так хочу... Господи, я хочу себе такую картину. Джисун, пожалуйста, просто. Не знаю, что ты можешь сделать. Кто спец по стоп-кадрам? Легенда. А как сделать запись экрана? Ой, скрин экрана. А ты можешь сейчас сбить. Ты сейчас запись. Собьешь нам все, давай не надо. Ой. Мы все остановили? Ну вы запомнили.
Понимаете, это наша первая реакция. Зато у меня стоп-кадр есть. Все, идет запись. Идет. Я песню вообще на Саше не слышу. Ну да, кстати, мне нравится Давайте Саша выскажется. Я хочу мелодию послушать, а не слышу. Александра, вы можете помолчать? Нет, нет, пускай. Ну, я слышу, что Минхо очень классно поет припев. Блин. Тут немножко банчаны сплющила. В общем, песня, по-моему, классная. Ну, мотив мне нравится, но... Подождите, вот это мимохода. Так. А с черно-белыми волосами кто? Чинин. Чонин. Рэпер, который. Чонин. Это не рэпер. Нет, это Макнет. Блин, может быть, с черными волосами рэпер. Черно-белый. Это нет, черно-белый это Чонин. Чонин. Блин, мне кажется, наверное, Арина на него похожа. Господи, ладно, дальше. Похож. Чонин. Это лучше. Ты как знала. Так Нио делает Минхо, да? Нет, Нио делает Банчан. Ладно, я в следующий раз подготовлюсь и лучше. Ну классно. Я прям по... Нет, мы, конечно, собирались все засрать, но Stray Kids засрать невозможно. Да. Они просто лучшие из лучших, конечно же. Не, ну, одни из лучших. Да? Лучшие. Они всегда будут в моем сердце. Просто. Да. Новая песня. Да, клип мне понравился. Стримьте. Ну и нас тоже можно. Да. Подписывайтесь на наш канал. Да это рано показалось. Что вы думаете о песне? Прекрасно. Обожаю. Нет. А ты знаешь перевод? Конечно. Конечно, говорит. Супер борт. Мяу от Банчана это лучше. Да. Мяу. Банчан лучше. Мы сделали свои выводы. Блин, я не разберусь, на кого похожа Арина. На Минхо, скорее всего. Там просто это вот парня с черно-белыми волосами показывали очень мало. Давайте мы ставим видеофотки Арины и сравним точно. И Арины, и Чонина. И вы вот выберите, на кого больше похожа Арина. Нет, выберу я. И Арина такая. Вы не выбираете. Опять, блин. Опять я в их видео. В общем, нам нужно выбрать, на кого похожа Арина. И вам тоже. Пишите в комментариях. Именно. На кого похожа Арина. Мишке тоже понравился комбэк. Это не Мишка. Это не Мишка, это Ксюша. Нет, вот это Ксюша. Это кто это? Вы запутались, кто есть кто. Ну, Арине понравилось. А это кто? Ты сама там выбирала, кто? Ты сказала, что это Ксюша. Вот Ксюша, Альбина, Арина, Маша с Митей и Рустам. А вот так. Потому что он черный. Блин, панда азиат. Панда это медведь азиат. Это должен быть Рустам. Ты с Рустамом, а у тебя с Ариной. Арине понравился камбэк Stray Kids. Она говорит: блин, панда это же азиатская панда. Азиатский медведь. Моё азиан. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем понравилось. Всем пока. Спасибо.